А вы знали, что на обычной бытовой машинке можно выполнить не только петли, но и пришить пуговицу? Наверное, в комплекте каждой машинки имеются специальные лапки. Вот эта масштабно длинная лапка поможет сделать красивую пуговичную петлю. Вставив лапку в пуговицу, мы получим необходимую размеру петлю. С помощью распарителя и булавки вырежем отверстие в петле. Петелька готова. Пуговицу будем пришивать с помощью вот такой лапки. Установив лапку в машинке, нужно переключить положение зубчиков транспортера. Ну, то есть спрятать их. Я буду пришивать пуговку с четырьмя глазками, поэтому сначала пришиваю два ближних глазика, затем задвигаю пуговицу так, чтобы входила в два дальних глазка. Пришить пуговку с двумя отверстиями будет проще. Чтобы убедиться в том, что игла правильно входит в два отверстия пуговицы, поворачиваем.